Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня снова продолжаем играть в GTA 5 Ламар. Чё как, кореш, слушай, чё придётся зависнуть в твоей берлоге? Не вопрос, лучше мест не найти. Будто там никто не стремится надрать твою чёрную задницу. Брехня это. Просто пригляди за ним, ладно? Конечно, чувак. Собаку нам какую-то подсу... О, кстати, вот эта тачка, ребят, я помню, она крутая. Вот эта тачка, ребят, она крутая. Мы с тобой поедем, знаешь, куда? Может, конечно, вот сюда доехать, посмотреть, что здесь происходит. Чудики и прочие незнакомцы, но... Ладно, поедем. Поедем, съездим, посмотрим, что там за чудики. Вот эта тачка прикольная, она мне, не знаю, она мне нравится. Я не знаю, почему вот в GTA 5 именно вот эта тачка мне почему-то нравится. Она ее упро... Послушай, ты был мне как сын, сотрудник вместе. Для тебя это ничего не значит? Чувак приставил мне пушку в затылок. Никакой преданности, никаких принципов. Лучше бы ты принял пулю. Мой бизнес, мой совершенно законный бизнес. Ты в дерьме, парень. По уши в дерьме. Ага. Типа он недоволен. Типа мы его как бы предали, да, получается? Так, а чё здесь? Какой-то мужик. Это кто? Папарацци какой-то? Что за хрень? Дай сюда эту сраную камеру. Эй, полегче, ковбой. Я знаю свои права. Я знаю, что ты сюда ходил. Чё ты несёшь? Это не чушь, я смотрел блюз для квотеркаута. И знаешь, некоторые старые записи видео. Что? Встретить парня, ты сразу... Я сегодня бесконтактных линз. Понимаешь, знаешь, я люблю... Ага, да и типа... Я люблю гангстеров и гангстер-рэперов. Какая разница, голубой или нет? Он не женат. Это его личное дело. Оставь их, этих засранцев в покое. Слушай, я лишь хочу, что я не вношу лицемерие. Особенно лицемерие звезд. Так, он любит свою мамочку и песни из мюзиклов. Слушай, чему так, почему такой лицемер? Понимаешь, этот парень мошенник. А где такое дело? Ну, понимаешь, они что, богами себя возомнили? Да пошли они нахрен. Ой. Они ничуть не лучше меня, ни капельки не лучше. Матерь Божья. Миранда, я люблю тебя. Это же сама Миранда, мать ее, Кобан. Слушай, чувак, хватит, я тебе тут не помощник. Нет, ты что? Мы заработаем здесь большие бабки. Один снимок ее небритых ног. Или и вы богаты. Знаете, что я понял, ребят? Обязательно мотоцикл. Блин, я тачку свою потерял. Знаете, что я понял, ребят? Я, наверное, вырос из GTA. Держитесь рядом с автомобилем. Вот это вот то, что большинство, то, что они сейчас общались, один мат, перемат, одно ругательство. И знаете, я понял то, что я все-таки уже вырос из этого возраста, ребят, когда это нравится. Когда-то, когда я играл в GTA-шку, когда она вышла давно, ну и вообще во все части, да, GTA. Но мне как-то это даже нравилось. Мне даже это как-то нравилось, нам вот эти всякие мутюшки. Вот, и мне как-то это все нравилось. Вот, мне этот... Все это нравилось, а теперь я, знаете, понимаю, что это такая хрень все это. Вот эти вот все мутюги, вот эти вот дебильные миссии. Такой бред. Знаете, это чисто аудитория 16+. Какие-нибудь озабоченные дети в эту игру должны играть. Куча мата, сисек, наркотиков и прочего такого, знаете. То есть не больше. То есть я просто понял, что мне это уже как бы не интересно особо. Это шакал Мэдисон.
forget Miranda. We can't let him steal my exclusive. Get alongside him. I'll knock the weasel off. Подобраться, приблизиться к конкуренту, чтобы мог его ударить. Так мы едем, что-то как-то хреново, у нас мотоцикл какой-то хреновый. Давай за этим ублюдком. Угу. А, нахрен. I downloaded your pictures to the fucking road, Madison! Now grow up and get a boy's name! Okay, buddy, let's get out of here! I'm already late! Теперь мы едем назад. К следующей цели надо его отвезти. Вот, и понял, что из GTA, ребят, я вырос. Из этой похабщины и прочего. Говна, ребят, я уже вырос. Конечно, прикольно поездить, постреляться, но сюжет здесь, конечно, такой себе. Второсортный. Люди должны все знать, фанаты заслужили ответы. Да кого волнует потрепанный лобок Миранды Кован? Или тот факт, что ее трахает какой-то режиссер? Они должны знать обо всем. От морщин на глазах до застывшей на жопе, да. Приходи к отелю, и мы продолжим раскапывать что-то там. Знаешь, меня не жди, я буду ждать тебя. Диалоги, вот знаете, такое ощущение, как будто школьник писал. Ну, действительно, диалоги, как будто писал школьник. Папарацци. Так, поехали на F-очку. Это мне машину оставили, да? Porsche это же, да? Ой. Как же туха, зануда, можешь взять тот багер, что мы угнали. Оставил у твоей тети. Спасибо. Блин, способность, конечно, у него крутая вот эта вот. Можно выравнивать тачку в нужный момент. Воу! Нет. Подожди. Так, поехали на F-очку съездим. Господи, кореш, не каждый гонится, не каждый годится на то, чтобы фотографировать звезд, поэтому я и записал тебя на курс, где нужно щелкать диких зверей. Лол, наслаждайся песочницей. Да иди ты в жопу. Сам щелк своих диких зверей. Люди некоторые, да, просят там помощь, но мы реагировать не будем, ребят. Пошли по сюжету пройдемся. Ух ты, а тут, кстати, подсветочка снизу, ни хрена себе крутая тачка. Подсветочки снизу. А где нам бабки зарабатывать? Ну, у нас 2000, то есть ни на оружие, ни на чего такого нам не хватит особо. Нам где-то будут давать деньги-то. Или чё? Или нам не будут? Ты каску сними. Да и правда, зачем? Давайте это. Угу. Так, зашли, да. Сохранился прямо перед этим, перед заданием. Стретч на свободе задание, по-моему, называется. О, господи. Наши молитвы были услышаны. Ну, здрасте. Что это? Я ничего не хочу знать. Фрэнклин, какого хрена? Что сейчас вообще тут происходит? Погоди, Фрэнклин, а что ты здесь делаешь? Я здесь живу вообще-то, это мой дом. Как скажешь. Маджена стимулирует мою женственность. А, так что будь добр, исчезни. С радостью, уходи. Боже правый. И не влезай куда-то там. Неприятности, по-моему. Вульва. И я такой, чувак, да ты тоже. Натуре, гангста. И смотри, кто это с нами. Нет, ты должен проявить уважение.
Неудержимый вернулся, ну давай же. Черт, мне придется провести день с очередной жертвой кризиса среднего возраста, который пытается что-то там сделать. Что это, мудак? А, да-да-да. Я по тебе тоже скучал. Неужели ты и впрямь скучал по мне? Нет, ни черта я не скучал. Причем 100 лет тебя не видел. Даже ни разу не вспомнил про тебя. Ты у нас шутить тут вздумал? Надо же, я вижу, ты прекрасно со всем справляешься. Посмотри-ка, у меня все в норме. Я так и думал. Кстати, на зоне я видел петухов, в которых яиц побольше твоих. Что, любишь разглядывать яйца у петухов? Я так подумал. Шутник хренов. Какой черт ты возишь с этим клоуном? Отвяжись от этого мудака. Мы команда. Какого хрена ты, чувак, вообще делаешь? Ты же знаешь, как это бывает. Знаешь, чувак, хорошо, что ты вернулся. Рад тебя видеть. Нам тебя не хватало. Тебя в тюрьме точно опустили. Эй, засранец, я видел в тюрьме чувака вроде тебя, которого драли каждый божий день. И, кстати, тебя ни хрена никто не уважает. Меня реально уважают. Реально? Слышишь? Слышь, это только твои мечты. Это только твои мечты. Ты свое получишь. Да, иди ты. Я клянусь, чувак. Трэч, брось, чувак. Да какого, да? Это недоноска, как действует мне на нервы. Он и меня задирает. Он любит бунтоваться. Давай, чувак, просто погнали. Ты поведешь, так? Погнали куда? Ну, поедем забирать оружие. Зачем? Это бизнес. Вы все ведете себя как бабы. О, господи. Амуниция, вперед, поехали. Разговорчики такие у них. Кто-то там кого-то драл. Почему вот на Порше не можем поехать? Это наш Порше. Да, почему мы на нем не можем поехать? Почему какой-то корешок наш, который сидел на жопе, который сидел на зоне, которого драли петухи. Вот так вот. But you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Пошли тебе, приехали. As soon as we get paid, homie. As soon as we get incarcerated, more likely. Амуниция вас приветствует, амунация. Оружие для знаменитостей. Ну чё, есть стрелковый тир? Любые навороты на все оружие. О, круто. Здесь можно понавешать цацок и... Черт, я сразу крупный калибр, хорошо? Эй, клоуна, заткнись, я сам выберу. Новое оружие станет доступным. Нажмите, чтобы посмотреть бронежилеты. Подойдите к стойке, чтобы посмотреть оружие. Броники можно... А, это все недоступное, да? Ну, короче, здесь ни хрена ничего недоступно. Пистолет. У меня такой есть, мы можем купить магазины дополнительные. А что, есть тяжелого, ничего не доступно? Вот есть штурмовой ПП. Есть акусик 1400. Микро-УЗИ. Есть парашют. Вот это вроде я могу взять, БП. Бесплатно, я правильно понимаю? Приобретено. Стандартный магазин. Магазин большой емкости. Прицел, ни хрена себе, 40 тысяч. Вот эта цена, откуда вы так и берете? Черная расцветка. Розовый, золотой. Давайте патронов купим. Now how the hell you work in a shop like this all day long without feeling the need to grab a gun, just walk out the door and shoot somebody? Давайте вот так, я думаю, 500 купим, я думаю, хватит. Psych test to make sure people working here don't do shit like that. A psych test? Man, you see this nigga right here? He look every bit of 5150. Man, shut up. 500 броник, ребят, стоит 1000, полторашку. У меня таких денег, ребят, нету. Сверхлегкий, легкий, стандартный. Сверхтяжелый, тяжелый. У меня денег нет. А, подожди, а может броники, кстати, за бесплатно где-то дадут? Ага. Дадут, еще раз догонят. Ну чё, я все. Чё он хочет от меня? Я, чтобы посмотреть топы.
Так чё, я всё. Я всё. Ну ты будешь покупать это дерьмо или нет? Какое? Я уже купил. Какое дерьмо-то? Про что он хочет? Чё ты хочешь от меня? Я купил. Я не понял, чё он от меня хочет? Man, let's do this shit. Чё он хочет от меня? Я купил то, что я хотел. Я купил этот стандартный магазин. We ain't window shopping. Черная расцветка. Чё ты от меня хочешь? Алло. Я не понимаю, что он хочет. Есть где-то обозначение задания. Направляйтесь в умельцы, купите помповый дробовик и фонарик для него. А почему нельзя в верхнем левом углу было вывести информацию? Помповый дробовик, информацию для него. Ой, информацию и фонарик для него. Now put a flashlight on that bitch. Фонарик. Now just let me reinstate, man, that the purchases made by this man ain't got nothing to do with the two gentlemen. Кстати, патроны-то очень дешевые на самом деле. Yeah. Now let's go bust on some. Теперь давайте найдем кое-кому зайти. We got some recycling to do. Come on, man. Подумать о переработке отходов. Вперед, едем во фридж. Отправились навстречу на заводе переработки. Давайте, петушки и зоновские, садитесь. You got some cans or some shit I don't know about? Nah, homie. We got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling this gonna be one of them? Поехали, сейчас поразбираемся, разборки устроим. Now see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my hunt, nigga. After his bid, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you get, fool. You've been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Ну, а чем, ребят, такой себе ездить? What's happening? It's nothing, my nigga, nothing, you know? Just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When there's something real, we'll talk. All right, homie, we meeting in here. Вот так. Как понимаю. It's the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide in the plain sight type of nigga. No, you more of a punk bitch type nigga. Сейчас будет, видимо, зачистка, да? What up, чё, как придурок, товар у нас, а где бабло? Дай мои деньги. А делишки, Ламар. Все в порядке? Эй, погоди, какого хрена, чувак? Да брось, тут все в порядке. Только что вышел, встречаюсь с людьми, сидел с кое-кем из ваших. А, привет, слушай, ты тут ни при чем. Что, знаешь, эти, да, облажались. Что за хрень ты несешь? Нас, короче, заманили, я понял. Это не полиция, это балусы. Вот это говно, да пошел ты, нас подставил. Неплохой помповый дробовичок. I can see that. I'm finna show you how an OG handle his shit. That's something I don't need to see. Тут ругаются. Cover me, homie. Don't get I'm a hit shot. Here again. Dumbass baby G. You going first next time, no fool. Shit, nigga, then we all be dead. Not me, nigga. CGF for life. Слушайте, а помповый дробовик-то имба. О,
Бывает дробовик, ты реальный имба. Man, I don't want your clumsy ass falling down these stairs, fool. They was a safety hazard before blood got spilled all over the place. Bang this motherfucker! Я пистолет там забрал. Патрончики будут не лишние. Nigga, we gang bang. You never fucking lie. У них, кстати говоря, калаши есть. Send them back. Да, мы... О, мы калаш приобрели, ребят. Даже покупать не пришлось. И УЗИшку, да, по-моему, приобрели. Ладно, нормально. Ну-ка, давайте попробуем штурмовать ПП. Нет, я... Блин, я случайно, я ищу... Да ты чё, почему ты заж... Я подошел там, ни хрена ничего, там все было нормально. Спасибо, что хоть автосейвы есть. Я хотел зайти, забрать здесь ресурсы. Come on, little homie. Let's do this. Enough with all that shit. We on our way. The roller's here. I ain't doing another bid, homies. Да, господи, беги. Don't get headshot. You go first. Stay after me. Не понял. Да блин, я же выбираю, как все это неудобно. Так, нам что делать-то? Трындец. Давайте быстрее, ребят. Наверх и до свидания, куришь. Нормально вертушку сбили. Крутые пацаны не смотрят на взрыв. Последние усилия ему на свободе. Давайте садитесь быстрее. Быстрее, петушня. Попробуй принести средства, она поможет вам скрыться от... А, я понял. Ну, типа лучше обходить, да, эти всякие преграды. Да как ты меня ядрить, тебя подцепил, да козел ты сраный, урод. Терпеть вас вот этих ботов не могу, блин, которых бортуется еще что-то. Козлы сраные, вертушку вот прилетела, конечно. Да что вы делаете-то, алло?
Надо куда-нибудь под это, что ли, уехать? Крындец. Вот здесь нас вообще не должны найти. Ну не могут нас здесь найти, ни вертолет нас здесь не может найти, никто, на самом деле. Там аж две вертушки. Это просто нереально. Менты нормально? Нормально у них здесь патруль? Я еду, говорит, на хату. Нормально у них здесь патруль? Ну так случайно, знаете, проехал. Здесь проедем. Сейчас проедем, ребят, все еще будет. А не переживать. We ain't CGL for life, cause all that means is we giving you money for nothing. We got our own shit now, homie. Foreign gangsters. Oh no, no, he don't mean that, Lo. F just talking outside his neck. I'ma reach cross lines, alright? Conversate with the purple homies. Yeah, yeah, that's a good idea, man. Smart shit. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Ну, Моти, кстати говоря. Ну вот, брат, давай тусуйся со своей тетушкой, а настоящий мужчина займутся чем там. Да заткнись ты уже. Черта с два. От тебя с каждым днем все сильнее воняет стукачом. Да ни хрена подобное. От меня воняет человек, который хочет рубить бабла и остаться в живых. Посуй свой язык в задницу, сам ты мудак. Господи, как маленькие дети. Стрэч на свободе. Как маленькие, ребят, дети. Последний раз посредство Франклина Фэдзи было конфисковано. Забрать его можно за небольшую плату. Да и насрать, господи, был забран. И эти транспортные средства. Типа ту нашу тачку забрали, как я понимаю. Так, поехали к этому съездим. Выполним у него задание. У нашего, так сказать, нового друга. Вас приглашают поучаствовать в первом в конкурсе фотограф-любитель Сан-Андреас в категории природа. Вас ждет множество новый контакт. Тур бюро ЛС. Так, амунация здесь тоже есть. Везде есть амунация, если что, везде обязательно можно будет ее купить. Но у нас, так говоря, сейчас патронов много. Нам главное в ментовку, ребят, не попадаться, на самом деле. Вот что я понял. Нам главное не попадаться, ребят, в ментовку. Потому что, когда попадаешь в ментовку или в больницу, то, по-моему, пропадает, да, оружие же. Это же GTA-шка. Оружие пропадает. А мы не особо богатые граждане. Там, кстати, какое-то еще задание появилось. А что там за задания такие появились? Что это такое? Беверли, ну это этот псих, да, маньяк, извращенец, чудаки, а это что? Тоня. Какая-то Тоня появилась. О, он себе новые тачки купил, что ли? У него другие тачки были. Черт! Я получаю, суки, 1500 баксов в час, чтобы она... Чтобы он трахнул мою жену. А, тебя застукали, что ли?
Эй, ты! Останови его! Будь здоров, Майкл, успокойся! Что за... тут происходит? Ничего не произошло, просто недоразумение. Он чпокнул мою жену. Да ты гонишь. Все было не так, он просто несколько раз на меня упал. Погнали, догоним этого говна. Только не убивайте его. Он такой классный жеребец в постель. Он просто несколько раз на меня упал сверху. Ну, бывает, понимаете. А если мы за Майкла бы пришли, то мы бы увидели, наверное, да, этот момент. А мы пришли за этого. Опять что сфокусируется камеру на... А мне что, его надо убить? Нормальный теннисист, несколько сотен баксов в час платит, он еще и жен там чпокает. Ну куда ты, блядь, едешь? Ну ты че, олень? А, у нас еще какое-то ведро на колесах. Которое ни хрена не едет. Так, езжайте к каньону, говорит. Он где-то здесь живет. Мы его, говорит, найдем. А тут, по-моему, да, где-то он тут живет. Вот его машина. Ни хрена себе, неплохо наш тренер устроился. Слышь, мудила, ты сбежал до того, как мы утрясли наш вопрос. Майкл, дружище, ты все неправильно понял. Я просто несколько раз на нее упал. Он ничего не поймет. Сейчас он поймет, как со мной связываться. В кузове есть лебедка. Привяжи канат к одному из тех столбов. Хочешь разрушить его дом? Этот урод разрушил мой брак. Чувак, зачем же так делать из руки слона? Как скажешь. Я сказал, этот урок возмещен. Так этих уроков было до хрена и больше. Мне кажется, вы там не только удар слева отрабатывали. Удар слева у Мэнди стал куда лучше. Просто иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом снова, да. Думаю, мне стоит подняться к тебе и тоже потренировать удар слева по твоей роже. Дружище, твоя негативная энергия меня сейчас просто убьет. Ой, я на это надеюсь, да. Все готово, чувак. Ты пришел в мой дом, взял мои деньги и чпокнул мою жену. Совсем сгузнать что-то. Слушай, дружище, я искренне раскаиваюсь. Это было невежливо. Серьезно, я перед тобой виноват. О, как мило с твоей стороны, как благородно. Дайте еще и поаплодирую, долбанный ублюдок. Чувак, вот сейчас посмотрим, как тебе нравится, когда твоя жизнь, и... Ты не так все понял, приятель. Хорош. Машина, как странно, да, выдерживает. Ты серьезно, реально, братан. Нормально, минус дом. Ну что, не крепкие постройки, эта конструкция не крепкая, понимаете. Сэкономили. Сэкономили. Да, мы сделали. Получил. Мы точно хотели вот эту... херакнуть его дом, точно хотели? Мы хотели преподать ему урок. А, уж дорогой урок вышел, братан. Больше времени проведет на корте и что-то там. Так что, считай, ты оказал что-то мне там услугу или что-то в этом роде. Да, будет думать. Мистер Десант, какого черта? Это не мой дом. Да гонишь. Брателло, разве я могу позволить себе такие хоромы? Я же тренер, я теннисом себе на хлеб зарабатываю. Дай мне телефон, ты! Тебе конец! Труп, ты труп, Мартин Мадрассо тебя прикончит. О, мадам, вы меня напугали, прям до смерти. Дай нас какие-то бандюганы. Ты можешь, говорит, чувак, что-нибудь сделать? А с чего я стреляю?
Все? Походу, мы от них ушли. Ладно, поехали домой. Ну, нихрена себе, ты неплохо поработал. Ну, то есть, ты полил, ты куда попал, может, и не попал ни разу. Нормально все. Все нормально. Вот такая вот наша жена. Метка с максимальным количеством боезапасов. Ага, спасибо за помощь, парень. Не думал, что будет так жарко. Чё, стащишь да, дом с холма, то есть способ насолить, да. А я думал, что все это дерьмо в прошлом. Даже не знаю, что за хренотень происходит. Вот чёрт, мне кажется, мы сейчас узнаем. Вы знаете, кто я? Ты знаешь, кто я? А? Нет, не знаю. А, кажется, знаю, хорошо. Я знаю, кто ты. И знаю, где ты живешь. Как тебя зовут? Фрэнклин. Права. Итак, Фрэнклин. Может, расскажешь мистеру Де Санта, кто я такой? Да хрен тебя знает. Кажется, вы Мартин Мадраза, хороший мальчик. Теперь скажи ему все, что ты обо мне знаешь. Чувак, мистер Мадрасо. Мистер Мадрасо очень уважаемый бизнесмен. По его ошибке обвинили в руководстве мексиканской банды в Америке в перевозке наркотиков, но обвинения были сняты, поскольку все свидетели пропали. Умный мальчик. А теперь Майкл. Я задам тебе один вопрос. Зачем ты час назад разрушил мой дом? Настоящий архитектурное чудо в стиле чего-то там. Я думаю, его владелец страхает мою жену. Странно, что у тренера по теннису был такой дом. Да, как-то сразу не подумал. Это уж точно. Что ж, Натали, придется пожить в отеле. Пока идет ремонт за твой счет, да? Конечно. И мне кажется, ремонт обойдется где-то в 2-2,5 миллиона. Разумеется. Супер. О, господи. Ах, потрясающе. Давай, чувак. Ты в норме. Как никогда. И что теперь? Похоже, со Савкой придется повременить. Дружище, я в долгах по самую макушку. А денег я и умею делать только одним способом. Для начала придется связаться со старым другом. Мне нужен Лестер. Думаю, он в городе. Возможно, придется его поискать. Я займусь этим сам, дай мне немного времени. Конечно, чувак. Ой. Выполнена семейная консультация. Вот так вот, ребят. Такие вот у нас семейные консультации. Здравствуйте, это номер Лестера Креста. А кто спрашивает? А кто отвечает? Знаешь, ты чересчур осторожен, даже для покойника. Майкл, ты что-то не весел, дружище. Даже смерть не лишила тебя такой обаяния. Заходи в гости, старина. Я тоже в Лос-Антосе, как и ты. Мурьетта Хейс. Эй, стоп. Как ты? Эй. Аманда, актер разблокирован. Так, сохранение, давайте сохранимся. На этом закончим, ребят. Куда мы тут поедем? Что у нас получается? Пэшечка это для этого, да? Тут это что получается? Это наш личный транспорт. Мы поедем в эмочку, да, получается? Тут есть знаки. По знакам вопросов, ребят, на самом деле не особо хочу. Есть там какие-то маньяки-извращенцы. А Лестер, кстати, вот это. Мы, наверное, на эмочку съездим. Майкл, да, съездим. А потом в следующей серии съездим к Лестеру. Вот, посмотрим, что там происходит. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.